Сегодня решили попробовать сделать краковскую колбасу. Делали все по ГОСТу. Замешивали фарш, температура и так далее и тому подобное. Сейчас вот она отвисается. Часов 12-16 отвиснет, подсохнет. Мы будем продолжать готовить. Доброе утро. Продолжаем процесс изготовления краковской колбасы по ГОСТу 38 года. Не знаю, конечно, что получится. Вообще колбасу делаю первый раз. Вот. За ночь колбаска отвисилась. Погода нас сегодня подвела. Все пасмурно затянуто. Небо. То есть холодно. В помещении 11 градусов всего, поэтому будем греть помещение. Запускать процесс. Дальше все покажу. Снова всем привет. Не знаю, как свет. Видно, нет. Вроде сфокусировалась. Ну, вот такая вот получилась колбаса. Сейчас ее достану оттуда. Ну, это что, помимо колбаски. В этот же день. Курочка. Окунь, немножко щучек, вот такие, о, еще и окунь там затесался, так, красота, конечно, не ожидал, что я смогу так закоптить. Это все чудо-коптильня. Молодцы. Молодцы. Что я могу сказать? Здорово. Я не пожалел, что я взял вашу идиллию. То есть москит. Москит — это вещь.